Львівмедіа за останній місяць виросло удвічі, але ми далі хочемо рости. Тому нам дуже потрібна ваша підтримка. Коментуйте наші відео, ставте вподобайки та поширюйте. Нам це дуже допоможе. Отдельно хочу обратиться к росіянам, которые нас смотрят. Интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам. Комментируйте, ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких, особенно в российских пабликах, чтобы больше людей там, в России, знали правду об этой войне. Как полное имя? Абжалилов Марат Мемедович. Год рождения? 30.04.1999. Родом сами откуда? С Крыма. Город Керчь. Крым, город Керчь, да? Ну, живу там. Родился всего Владиславка, Кировский район. Это Крым? Да. Это Крым, вы с Керчи сами. Да. Вы крымский татарин? Да. Вы сами крымский татарин, да? Да. Хорошо. Когда вы контрактник? Да. А когда поступили на контракт? 21 года, 24 декабря. После срочки, да? Да. А сколько платили? Ну, когда ко мне на контракт приезжали, вообще говорили, типа, около 40, в итоге... Что-то это, чисто зарплату я не получил. Около 40 тогда, в 21 году? Да. Что значит чисто зарплату не получил? Ну, мне со всякими надбавками дали. Угу. Мы писали на материалку, там материалка, плюс еще то, что я пошел в военкомат, мне еще доплатили как бы подъемные из-за того, что я только контракт заключил. Угу, угу. А когда в Украину зашли? Ну, вообще, моя рота зашла 24-го. Февраля, да? Да, но я 25-го, мое отделение. Нас поделили, мы сопровождали колонну. А какая должность у вас? Разведчик-сапер. Разведчик-сапер, да? А какие войска? Блин, вообще относились, вообще сухопутка. Угу. Но относились мы ВМФ, военно-морские. Военно-морские. И в плен когда взяли? 2 марта. А то есть вы не полный месяц были, да? Ну да. Обстоятельства? Заходили через Крым на Херсонскую область, да? Да. Угу. Ну, сопровождали колонну. Сопровождали колонну? Разведчик-сапер? Да. Хорошо. И что делали? В каком месте дислоцировались? Ну, заходили вообще через Крым. Мы, но до Новокаховки доехали. С Новокаховки потом уже 1 марта, 29 где-то ночью, в 12 часов ночи мы выехали в сторону, двигались в сторону Николаева туда. Угу. В итоге Николаев мы проехали и оказались, сейчас скажу, 1 марта мы были всего Баштанка там. Угу. И вот там нас взяли в плен. И что? И там в плен взяли. В плен, да? Обстоятельства какие? Обстреляли или как что? Да, начали обстреливать нас. Начали там, получается, ехали сперва, с Новокаховки мы выехали, ехали в сторону Николая, где-то вот ближе под Николая. Николая мы проехали, потом, как нам сказали, и начали, типа, в бой, впереди начал бой был, и мы шли в конце, мой БТР шел с конца-то. И получилось так, что командир подает команду, типа то, что принимает решение, чтобы мы все высадились. Высаживаемся, и снаряд, тот, который танк сзади нас шел, за БТРом, типа, снаряд летел прямо в танк. Ну, не прямо в него, а прямо рядышком с ним упал. Вот мы выгрузились, мы лежали за БТРом, как бы так оборону держали. Впереди бои были. Потом бои закончились, мы обратно запрыгнули и дальше ехали. Перед Баштанкой мы сейчас остановились, тоже там, не знаю же, что в городе происходит. Те, которые зашли, вроде бы это как танк заехал, выехал, ну и нас туда запустили. Типа говорят, заезжайте, мы заехали. То, что в конце техника шла, Урал разбили, и нас уже прям туда в конец, это, уже ну, назад как бы не вариант был ехать. Плюс еще техника начала трамбоваться в этот город. Угу. А с родным кто остался в Крыму? Мама, две сестры. Мама, две сестры, папа? Да. Мне, да. Мама, две сестры. Они в Керчи остались, да? Да. А до того, как пошли на контракт, чем занимались? Сначала срочку служил, потом маме помогал так чисто.
То есть не были заняты. Ну, вы на контракт добровольно пошли, правильно? Ну, да. Получается. Вы 99-й год рождения? Да. То есть в 2014-м, когда произошла аннексия Крыма, у вас был украинский паспорт? Не был. Не было, 99. 16 лет, получается, вообще паспорт украинский. Да, да, 16. А мне не было до 16. 99-й год? Да, вам сколько тогда было? По-моему, мне 15 лет тогда было. 15, да, то есть вы уже русский получали? Да. А смотрите, а вот это вообще уникально, вот что крымский татарин, он пошел в русскую армию в 2021 году и зашел в Украину. Вот мама как это воспринимала? Ну, была в ужасе. С вашего решения, да? Ну, она была, нет, она не то, что, ну, как бы, ну, служит и служит, типа. Без проблем, да? Ну, да. Не, ну, какие проблемы? В принципе. Нету проблем. У вас есть образование высшее? Нету. Нету, да? А что заканчивали? Этот колледж. Судостроительный. Судостроительный колледж, да? Ну да. Ну, вообще морской, типа, но я сам по образованию судостроитель. Судостроитель. Ну, я почему спрашиваю образование и так далее. Вы историю своего народа знаете, крымских татар? Ну, так чуть. Когда ваша семья возвратилась в Крым? Ну, блин. Сейчас. Ну, давно она вернулась. Ну, в 90-х годах или раньше? Нет, по-моему, они позже. Не в 90-х, по-моему, не вернулись. Ну, у меня мама вообще сама с этого, с Узбекистана. Узбекистана, да? Да. А вы знаете, как мама попала в Узбекистан? Ну да, их там типа депортировали, по-моему. Типа тогда, давно. Да. А кто депортировал? СССР. Советская власть, да? Ну да. То есть, когда депортировали, а вот как вы считаете, вот чья вина, вот советская власть, это тогда за Советов было, да, когда депортировали? Ну да. И во время СССР крымским татарам не могли возвратиться в Крым. Крымские татары, то есть это их родина, Крым, да? Ну да. И, грубо говоря, советская власть, когда депортировала весь народ, это много было. В чем обвинили крымских татар тогда? Почему депортировали? Ну, типа, они участвовали с немцами, по-моему, говорили. Коллаборанты. Ну, это русские обвинили? Ну, мы говорили, что так вообще по истории. Типа. Да, да, что крымские татары, они были коллаборантами нацистов. Ну, типа того. И весь народ посадили в одну ночь в товарняк, в вагоны, многие из них не доехали. И ну, так далее. Но все равно же были, которые все равно остались в Крыму. Такие, как Аметхан Султан, его семья осталась. Из того, что он воевал за русских. За вот эту советскую власть. Дважды был награжден. Ну, то есть русские депортировали крымских татар, правильно? В том числе ваших предков. Ну, некоторых, да. Русские, да. Вот сейчас вы воюете с русскими против Украины. Ну. Это нормально. Ну. Блин, как это правильно сказать? Как думаете? Ну, я понял. Не, ну я же не знал, что прям тут война будет, война-война. В смысле, вы пошли на контракт? Ну, то есть, вот, например, когда в Крыму большинство крымских татар, они были против аннексии, правильно? Ну, не, как тут разделились у нас на две, скажем так, на два полуострова. Одна часть пошла, типа, мы хотим, чтобы Украина была, другая часть, как бы, мы хотим, чтобы была Россия. Какой орган управления крымских татар? И вот как бы... А сколько, ну, хорошо, процентов там, вот как было? Ну, не знаю, как бы... Ну, хорошо, орган управления крымских татар. Нет, вообще как-то бы... Вам все равно, да? Ну, было, да. Вот орган управления крымских татар как называется? Ну, вообще, этот как он, Меджилис? Меджилис, да. И где Меджилис находится? Ну, сейчас, ну, территориально крымских татар. По-моему, сюда его поменяли на кого-то, здесь. Он в Киеве. Сейчас. Вам говорят что-то там фамилии Рифат Чубаров? Нет. Нет? Не знаете, кто это такой? Ну, Меджлис крымских татар, он да, выехал, да? Ну, его поменяли, по-моему. Мустафа Джемилев. Ему не понравилось. Мустафа Джемилев, знаете его, да? Нет. Это самый известный ваш крымский татарин. Он народный депутат Украины. Мне ж никто не это не говорит же, типа, вот это тот человек, вот это тот человек, вот это тот человек. Ну, у вас как бы свое мышление. Вы не интересовались историей своего народа, как что происходило?
Ну, историю, то, что в училище я прохожу. Вот это вот. Не, вообще, ну, то есть читали, кто депортировал крымских татар и так далее, да нет, чья вина. А? Да нет, это не читал. Вам это не интересно? Ну, в тот момент было нет. А когда стало интересно? Да не знаю, даже до сих пор не как-то... Вам все равно, да? Ну да. Ну а как вы думаете, что я должен знать, значит, что вот это, вот это, вот это, а вот это мне надо просто откинуть. Если у меня совсем сейчас, например, там, не, даже откинем вот эту войну, то, что сейчас тут происходит, просто вот я вот, у меня иногда голова просто забита другим. Например, сделать, чтобы сестры у меня, например, вот эти, которые одной 6, другой 8, угу. Наоборот, же, им же надо как-то, чтобы они одеты были всегда, обуты, и есть, что было у них там, как бы все хорошо, чтобы как у всех детей было детство нормально. Угу. И надо, чтобы маме как бы, ну, помогали из-за того, что они там что-то 16 тысяч зарплаты, и плюс еще проценты там с мебели, которые она зарабатывает. Ну хорошо, ну то есть. Как бы это, я так понял, что аннексию вы поддержали, правильно? Как я понимаю? Мне вообще. Вам все равно. Ну хорошо, ну у матери 16 тысяч, там же рай должен был прийти в Крым с законом Российской Федерации. Ну, на свои. Ну, не настало рая. Матери 16 тысяч рублей, да, зарплата? Не, почему? Ну, как бы город у нас нормально, он что-то. Не, ну вы говорите, что, грубо говоря, что вот матери не хватает, типа, чтобы содержать всех вас троих. Не, почему? Хватает. Ну, если хватало, зачем вы пошли в армию тогда? Ну, уже как-то надо тоже уже самим уже жить. Ну, я понимаю, ну хорошо. То есть вы хотели помочь. Вы хотели помочь сестрам и матери, да? Ну да. За счет того, чтобы идти убивать украинцев? Почему за счет того, что украинцы? Ну вы же зашли, ну, в Украину. А что вы делали в Херсонской области? Ну, Новокаховке? Ну... Это туристическая поездка была или что? Нет, нам не говорили, что мы идем именно там на Украину воевать. А Новокаховка это что? Ну, Украина. Ну, что вы там делали? А что вам говорили, что вы должны делать там? Нас вообще вывезли сперва на полигон, мы с частью выехали чисто на полигон. Учение. На какой полигон? Где? В Крыму. А как в Новую Кахову? Ну вы заехали. У вас вопроса не было, что мы делаем на территории Украины, мы заехали с аннексированной территории, оккупированной русскими. У вас вопроса не было? Вот вы хотите там помочь сестрам. У вас не было вопроса, что вы делаете в другой стране? Ну все были в ужасе. И? Еще на полигоне. И что? Ну что, нам сказали просто, все нормально будет, не ссыте. Скажем так, что, типа... Ну, не ссыте. А никто не ставил вопрос, зачем заезжаем? Нет. Ну, вам все равно было, потому что нужно было зарабатывать деньги. Не, почему? Не все равно было. Как бы начали задавать вопросы, почему мы все-таки заезжаем на эту территорию. А мама никогда не оставила вопроса, сынок, что ты делаешь? Ты идешь в армию страны, которую наш народ депортировал в свое время. Не было этого вопроса? Так как-то нормально было. Нормально, да? Не, ну вы сейчас опять затрагиваете вот эту вот войну. Я же имею в виду, если убрать вот это... Что убрать? Войну просто убрать, да? То в принципе город у нас нормально живет. Да я это не говорю. Двигается своим... Не, ну как-то какой-то... Потихонечку все отстраивается, то что там у вас было разбито. У кого было разбито? Ну, в Крыму. Кем? Ну, со временем начинают там, например, что-то там ломаться. Например, тот же Митридат у нас, в каком? По-моему, в 15-м году он просто у нас половина лестницы, самая вот эта, где много ступенек, они просто съехали, дождем их размыло. Марат, 15-й год, это уже год под Россией. Ну да. И кто виноват? Сейчас все построили обратно. И что? Она стояла долгое время, просто тупо начинала потихонечку рушиться. И все, она уехала со временем. Часть просто... Я немного не понимаю логики этой всей. Нет. То есть вам лично... Город отстраивается. Стоп. Вот вам лично пофиг, да? Нет, ну мне не... Не, стоп, я закончу просто вопрос, я хочу, да? Вот вы мне говорите о какой-то лестнице. Ну да. Да, вы расскажете... Нет, я это беру как пример, что лестница не строилась, просто она раз уехала, все. Начинают люди, лестница же сломалась, надо ее сделать. И ее уже как бы ремонтируют, все отремонтировали, как бы все сделали. Хорошо, вы чем... У меня в другом вопросе, вы кем себя чувствуете, кто вы? Я? Да. Ну, не знаю, ну, блин.
Ну, я не поддерживаю, например, то, что вот гражданских убивают. Кто убивает? Не знаю. Вот это я еще не могу найти еще. А то есть вы не понимаете, кто убивает. У меня простой банальный вопрос. Кто вы? Крымский татарин, русский или украинец? Крымский татарин. Крымские татары, ну, то есть много из них, вот я лично многих знаю, крымских татар, да, которые против. Я видел, как голосовали крымские татары. То есть Бахчисарай – это один из центров крымских татар, правильно? Ну, да. Никто тогда аннексию не поддерживал. Ваша мать поддержала аннексию? Она ходила голосовать за независимость? Ну, там вход в состав России? Ну, мы когда ходили с мамой вообще вдвоем, мы смотрели, типа, чьи там были вопросы, типа, там, на Россию, чтобы за Россию был Крым российский, потом был просто автономный. И еще когда вопрос был, по-моему, то, что, чтобы так и на Украине. Ну, мы как-то стояли, думали вообще, типа, что лучше. И что выбрали? Ну, сначала думали, что, типа, пускай автономный будет. Пускай автономный будет, да? Ну, да. А какой статус Крым имел до 2014 года? Ну, по-моему, был... Не, он так и не поменялся, автономный вот эти. Автономная республика Крым. Ну, то есть все оставалось? Автономная республика Крым. Ну, пускай автономная будет. Большинство крымских татар, большинство, почти все, против аннексии Крыма были. Многие из них выехали. А вы мало того, что подписали контракт, а еще зашли воевать с Украиной? Цель? Чтобы зарабатывать деньги для сестер и для мамы? Не, ну не на войне, просто чисто. Не, ну вы зарабатывали, вы зашли в Украину на войне зарабатывать. Почему сразу на войне? А на чем? Это что, спецоперация или война? Ну потом я узнал, что спецоперация. Где узнали? Как узнали? В каком месте? Здесь уже. В голове или в заднице? Нет, в голове. В голове, да? Ну да. Под вас будут смотреть крымские татары, то, что вы говорите. Ну, я знаю. То есть, все нормально, да? Ну, думаю, да. Ну, думаю, да. Думаете, так, а да. Что, я один такой, что ли, который, блин, вот на меня так смотрят все, типа, вот, как на тебя будут крымские татары смотреть, типа, вот, ты за русских воюешь. Такое ощущение, как будто я один вот захожу, заехал тут такой. А кто это говорит? Со всеми, а? А кто это говорит, что вот ты крымский татарин воюешь за русских? Типа, блин, даже когда в плен брали, типа, как ты, крымский татарин, типа, вот, заезжаешь, типа, это, вот, на тебя менжелиса нет, вот сейчас бы он бы тебе там сказал бы, там, объяснил бы, рассказал, наверное, там, не знаю. Ну, блин. Ну, то есть, ты не понимаешь, почему это спрашиваешь? Такое ощущение, как будто я один здесь, такой чисто, сидел дома, вот так вот, поеду я повоюю, и поехал. А сколько ну, крымский татарский? Ну, это же точно не так было, что я такой сидел чисто, мне захотелось, я поехал. А как? Ну, ты же добровольно пошел, подписал контракт, встал, пошел. Это добровольно было подписано? Ну, я же шел не чтобы воевать, я шел защищать свою родину, как бы вот этот... Какую Крым? Родину? Крым. Свою родину в составе Российской Федерации? Ну, да. Шел защищать Крым в составе Российской Федерации, правильно? Ну, да. От кого защищать? Ну, хорошо, от кого защищать? Войска же для чего-то же нужны? Да, для чего? Для чего нужны? Не просто так же? Ну, для чего нужны войска? Ну, вдруг кто-то нападет. Вдруг? Ну, да. Хорошо, ну, стоял в Крыму. Ну, вдруг да. Кто-то напал или нет? Нет, никто не нападал, вот стояли. А, ну, так стоял бы дальше. Почему пошел в Украину? Не говорили, куда мы вообще идем. В смысле? Ты географией интересуешься? Ну, да. Ну, все это было засекречено у нас. В смысле? То есть вы не... То есть... Никто ничего не говорил. Куда ехали? Чангар или куда? На полигон мы славно ехали. Хорошо, то есть ты представляешь, вот вы себе представляете, вот Крым, да, полуостров, то есть перешеек есть, правильно, между полуостровом, и вы не понимали, что вы пересекаете границу, там что, там, ну, там русские большие границы построили. Передвижение ночью было. И что? Ну как, там такие маленькие триплексы, что я оттуда увижу? А, то есть ты приехал,
Вы же сами понимали, где взяли, Новая Каховка и так далее. Вот, ну хорошо, приехал. А чего защищать родину в Новой Каховке? Новая Каховка — это какой населенный пункт? Какой страны? Украины. Ну и все, приехали в Новую Каховку. Что там защищать? Мы сопровождали просто колонну. Что защищать в Новой Каховке? Да я не знаю. А кто должен знать? Ну, кто постарше, руководство. И сейчас то же самое, что я не знаю, у моих сестер все говорит, типа, вот зачем ты, типа, например, хлеб купила не за 5 копеек, а за 10 копеек. И? То же самое, что хотя я должен был с ними пойти, сказать, вот это вот дорогое, вот это дешевое, вот это надо покупать, а вот это нет. То же самое, что вы меня сейчас спрашиваете, а зачем вы заехали? Я еще раз говорю. А то есть там вами кто-то должен был управлять или как? Я не понимаю. В чем здесь хлеб, какая ситуация? Потому что я рядовой. Мне сказали вот сопроводить с точки А в точку Б. Мы обеспечили безопасность вот этой колонны, которая шла. С точки А мы доехали до точки Б. Нам сказали, следующее будет указание. Приедет вам командир части, командир роты и скажет, какая будет следующая задача. Все. Оттуда мы уже чуть дальше передвинулись, и все. И там вот у меня просто вопрос, да, вот, ну, то есть, почти весь крымский народ был против оккупации, крымские татары, да, это коренное население, да, коренное население этого полуострова. Вот мы сейчас разговариваем, я вижу, что, ну, как бы базовые вещи не понимаются. Вот тебе лично не стыдно, да, то, что ты присоединился к Русской Федерации, раз. То, что фактически ты воюешь на стороне тех, кто твоих предков когда-то вывез. Ну, да вывез же СССР. А кто в СССР главный был? Этот как его сейчас? Ну, это же совсем другое государство было, по сути. Кто обвинил крымских татар в коллаборации, которой не было? СССР. Это нация такая, СССР? Нет. А кто? Ну тогда кто? Это страна. Была. Как ее называют? Кто главный был в СССР? В этот, как он, Сталин, по-моему. Сталин кто был? Ну, самый главный в этом. Ну да, самый главный. Как его? То есть Сталин приехал и всех депортировал или как? Нет. А кто? В Казани, по-моему, да. А, ну, кто это делал физически? Ну, русские. Русские, да? Ну, да. Россияне? Почему россияне? Они тогда были в СССР. Хорошо. Русские депортировали, сейчас ты воюешь с русскими. Против Украины. То есть, это какая-то логика есть, да, или нет? Есть логика для тебя? Да нет. Нету логики? Нет. Ты можешь говорить так, как хочешь. Не знаю. То, что думаешь. То есть, ты присоединился к народу, который депортировал твоих предков. Твоя мать где родилась? Не в Крыму уже. Ну да. В Узбекистане родилась. Ну да. То есть ты, грубо говоря, изменник своему народу или нет? Ты же себя чувствуешь крымским татарином. Ну. Не русским. Ну да. Нафига было присоединяться к русским? Много крымских татар выехало с полуострова. Очень много. Не, ну хорошо, выехали мы с родителями, с мамой. Да. А что потом? В смысле? Ну, в прямом Владимире жить. А как живут крымские татары, которые выехали? Я не знаю, как они. Ну, хорошо. У меня тут ни родственников, никого нет. Хорошо. Вот пусть будет не выезжать. Зачем в Крыму было идти в армию русскую? Вот для меня вопрос. То есть другого способа заработать денег не было? Было, почему? А почему армия? Ну, блин. Мы приехали, предложили. Я такой, ну ладно. И согласился. Ну, то есть, в башке ничего, типа, ну, не думалось? На тот момент нет.
мирное время было тогда. Так бы, конечно, россияне, так бы, конечно, кем, не пошло. Россияне для крымских татар кем в Крыму есть? Обычные люди. Они не оккупировали, нет? Не аннексировали Крым? Нет? Ну, я думаю, если бы там все, например, там за Украину проголосовали, то было бы у нас Украина, они бы ушли бы. А, ты так думаешь, да? Ну да. А солдаты были русские в Керчи в 2014 году перед этим псевдореферендумом? Ну, бывает, 810-я часть. На Керчь перебрасывались подразделения русские? Нет, у нас вообще не было никого из военных. Марат, я лично это видел. В Симферополе были. Я в Керчь приезжал, я видел, как шла переброска. Даже буряты туда приехали. Мы стояли, смотрели, как перебрасывали русские подразделения в Крым. Я лично на свои глаза это видел. Кто этого не видел? Ну, я видел отдых, что стоят в Симферополе люди и все. То есть тебе не стыдно за то, что ты сделал? Вот минимально. Ну, есть стыдно такое чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Ну, то есть мы хотели заработать денег, поубивая украинцев, чтобы две сестры и мать, ну, какие-то денежки имела. Правильно я понимаю? Да нет. Да ты же сам сказал. Да нет, ну, даже, блин, зашли, вот за это вот стыдно. То, что, блин, не знаю, как людям в глаза смотреть. А не стыдно за то, что к русским присоединился? Изменник своего народа и так далее? Не стыдно? Народа, который много натерпелся, крымские татары, они возвратились очень поздно, только в 90-х годах, после распада Советского Союза. Не стыдно это, да? Хочешь вернуться в Крым? Да. В русский Крым? Не знаю. Ну, к родителям вернуться бы. Ну, то есть тебе пофиг, каким Крым будет, да? Ну, да. А зачем ты нужен, вот, например, россиянам? Ты же изменник своего народа и так далее. Вот зачем ты, ну, почему они должны тебя отменять? У меня простой логический вопрос. Ну, как бы служил за них. И что? В чем цена? Ну, служил, два дня там побыл, деньги туда-сюда, маме. Никакой идеи, нифига. Почему никакой идеи? Какая идея? Продолжать дальше служить. То есть дальше воевать, да? С Украиной. Дальше воевать. Нет. А что? Ну там придумать уже. Кто? Ну я придумал. А как придумать, что это командование и так далее? Ты же сказал, с точки А в точку Б двигаться, я двигался. Ну да. Нет, сказали бы убивать. Я бы убивал, может, убивал. Нет. Нет. Вот мы когда заходили, даже... Сколько крымских татар еще 20... с тобой воюют? 24 числа, когда мы... 25-го, когда мы заезжали... Мы заехали, остановились перед Новокаховкой. К нам лично вот подбегал врач скорой помощи. И говорит, блин, мужики, надо, короче, на ту сторону переехать. Там, получается, от ГЭС, а есть этот, дамба. Говорит, надо через эту дамбу переехать и там забрать женщину, типа, беременную. Мы брали, ну, такие, ну, давайте мы сейчас, типа, там, потому что вся техника стояла в сторону границы развернута. Я говорю, давайте мы пока еще не развернулись. Мы вас сейчас возьмем и как бы сопроводим вас, кого он до этого, куда он надо, и там уже вас обратно выпроводим. Они, ну хорошо, мы заехали, так, забрали эту женщину и обратно эту же... Какая эту, идея, эту, вот эту лично, женщину, какая идея лично для обратно. Тебя этой войне, крымской татарина, как крымского татарина, за что ты воевал на территории Украины? Да я до сих пор не знаю, за что мы вообще здесь воюем.